притча о гневе, злости и обиде. Один юноша спросил у учителя: «Учитель, ты такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда ни на кого не злишься и не обижаешься, подскажи, как тебе это удается?» Учитель ответил: «Хорошо, так и быть, я научу тебя. Вот тебе рюкзак и картофель». Если ты когда-нибудь на кого-нибудь разозлишься или затаишь обиду, то кидай одну картофелину в этот рюкзак. «И это все?» – недоуменно спросил юноша. «Нет», – ответил учитель. «Ты должен этот рюкзак всегда носить с собой». Юноша так и сделал. Через некоторое время его рюкзак наполнился, а картофель в нем стал источать дурной запах. Он снова пришел к учителю и сказал: «Учитель, я уже устал носить этот тяжелый рюкзак, к тому же он дурно пахнет». А учитель ему ответил: «Вот, сынок, то же самое происходит у тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь злишься или обижаешься, то в душе у тебя появляется тяжелый камень. Сначала ты этого не замечаешь, а потом камней становится все больше и больше. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер. Характер строит судьбу. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Теперь каждый раз, когда ты решишься обидеться или обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе такой камень. Благодарим вас за просмотр. Еще больше притч, цитат и мудрых мыслей для жизни вы можете найти на нашем канале. Подписывайтесь.